Одинцовские госавтоинспекторы провели на дорогах округа профилактический рейд «Мотоскутер». Дорожные полицейские напомнили водителям мототранспорта о необходимости соблюдения скоростного режима и использования шлема и защитной экипировки. Сотрудники ОГИБДД обращаются ко всем родителям с просьбой воздержаться от покупки ребенку мотоцикла или мопеда без соответствующих навыков вождения и знания правил дорожного движения. Водить их очень опасно.